Друзья, всем приветики! Запускается новая бизнес-сеть. Smart Level называется, на рублях. То, что я люблю. Вот, не знаю, криптовалюта, как-то мне тяжело с ней работать. А вот рублики и людей приглашать на рубли очень легко. Даже бабушка разберется. Итак, к делу. Smart Level – это первая рекламная бизнес-сеть с мультимаркетингом. 20 августа у нас старт, поэтому кто первый встал, того и тапки. Торопись. Я вот только сейчас буду регистрироваться. Участвуйте в ротации объявлений, продвигайте свои проекты. Зарабатывайте на партнерской программе бизнес-сети с мультимаркетингом. Это не инвестиции, это не трейдинг, это не продажа волшебных товаров, это не сбор денег. Скам невозможен. Это рекламная бизнес-сеть с мультимаркетинговой партнеркой, на которой каждый может заработать столько, сколько хочешь. Эти деньги потом не нужно отдавать обратно. Ротация объявлений – это эффективный способ продвинуть свои проекты. Мультимаркетинговая партнерская программа имеет бинарную, тринарную и линейку. Это позволяет сделать заработок на партнерской программе максимально эффективным. В таком маркетинге зарабатывают абсолютно все. Заработок не ограничен ничем, поскольку уровни бесконечны и без внутренней комиссии. Администрация сайта зарабатывает так же, как и все участники, приглашая новых участников по партнерской ссылке. То есть на партнерской программе. Как это работает? Первый шаг – регистрация по моей ссылке, которая будет указана под этим видео. Если вы меня смотрите в Инстаграме, значит, заходите ко мне в профиль, нажимаете ссылочку «Топлинк» и проходите регистрацию. Там «Топлинк» – это моя мультисылка. Второй шаг – войдите в свой кабинет сайта, используя email и пароль. И третий шаг – активируйте кабинет, чтобы попасть в структуру и одновременно получить первый уровень в системе. Оплатите 150 рублей в личном кабинете. Начисление первого же человека, пришедшего за вами, вы получите обратно. Это делается один раз за все время. Все остальные переводы делаются за счет уже заработанных средств. Получить рефералов можно тремя способами. Привлеките рефералов в свою структуру, получите рефералов от ваших аплайнов с помощью переливов и подождите, пока система сама подберет вам свободных рефералов. Шаг четвертый. Получайте автоматические переводы от системы сразу на ваш Payeer кошелек. Не нужно подтверждать переводы или заказывать выплаты. Средства сразу мгновенно поступают инстантом на кошелек. И пятый шаг. Ваша прибыль и количество рефералов ничем не ограничены. Что с этим рекомендуем делать? Вы можете активировать неограниченное количество уровней и получать прибыль еще больше и в разы быстрее. И чем меньше активных людей в вашей структуре, тем больше за ваш доход за счет сверхприбыли от переливов. Каждый неактивный реферал – это ключ ко всем его рефералам неактивной линии. Сразу скажу, что активируйте как минимум 3 уровня. Ну, чем больше, тем лучше, потому что чем больше уровней вы активируете, тем больше денег вы получите. Гарантии. Никто не может заблокировать ваш аккаунт, остановить выплаты или внести изменения в работу системы, так как средства пользователей не хранятся в системе, а мгновенно распределяются на кошельки пользователей согласно мультимаркетингу. Итак, таблица прибылей. Первый уровень – 150 рублей. Ваш доход 100 рублей плюс 150 и плюс бесконечность. Второй уровень 300 рублей, соответственно, бинар, тринар, линар вот здесь показан. Бинар 4 человека в системе, в тринаре 9, линар это линейка. Это знак бесконечности. Здесь вы получаете 400 рублей, 900 и бесконечности. Третий уровень 450 рублей, четвертый 600. Пятый 750, шестой 900 и так далее. Тут максимально уровни вот до 20 уровней 3000 рублей. Но я как минимум сейчас буду заходить на 5 уровней, а там дальше посмотрим. Итак, нажимаем кнопочку «Присоединиться» по моей реферальной ссылке. Здесь пишем имя, фамилию, email, придумываем пароль и код с картинки. И ваш пригласитель здесь будет мой ID. Далее заполняем свой профиль, добавляем рекламу и активируем партнерку. Ну, здесь все как обычно. Настройка профиля, управление профилем. Здесь мы привязываем аккаунт ВКонтакте, Facebook, канал YouTube, аккаунт Одноклассники. Здесь загружаем фотографию.
Чтобы привязать аккаунт ВКонтакте, просто вот здесь вот нажимаете на фотографию, вот здесь вам запросят доступ, нажмете «Разрешить», и фотография уже здесь автоматом будет. Здесь мы привязываем страницу ВКонтакте, копируем вверху. Здесь канал YouTube, Одноклассники и Instagram. Instagram вот так добавляется. Я захожу с компьютера, копирую вот эту часть. В Фейсбуке вот «Посмотреть свой профиль» нажимаете и с адресной строки копируете. Ну и в Одноклассниках нажимаете на свое имя, фамилию, с адресной строки копируете и вставляете вот сюда. Свой канал Telegram, если он у вас есть. Вот у меня канал. Вот ссылочка. Копировать ссылку. Вставляем. Теперь нам надо пополнить баланс. Хотя бы на 150 рублей. Первый уровень это как минимум. Нажимаем пополнить. Пополнение у нас идет через Payeer кошелек. Нажимаем рубли. И нажимаем подтвердить. Нажимаем подтвердить. Все, счет у нас оплачен. На балансе у нас 150 рублей. Они спишутся во время старта, 20 числа, через 3 дня. Нужно привязать кошелек Payeer сюда. Все, привязать Payeer. О маркетинге, как активировать уровни, рекламные материалы. Об этом я буду рассказывать в следующих видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Моя реферальная ссылка находится под этим видео. Пока-пока.